Итак, я выполнил все задания, которые нам нужны были в прошлой серии, помните? Мы с вами должны были опять выполнить вот эти мини-квесты. Сейчас, погоди, у меня кто-то тут приехал. Нужно было опять заработать чаевые, заправить машины и тому подобное. И сейчас мы сможем с вами улучшить нашу заправку до финальной стадии, до финального уровня. Сейчас мы только разгрузим. Видите, я немножечко денежки себе накопил, вот 8 косарей. Так что, думаю, нам должно хватить на наши все потребности. Давай, уезжай. Сейчас мы закроем и пойдем улучшать нашу заправку. Так, автомойка. Ладно, давай еще мы 150 бакинских сейчас заработаем. Заработаем 150 бакинских с вами. Ну, чтобы нам точно на все хватило. И сходим улучшим, плюс наймем себе новых сотрудников. Потому что в одного я тут реально не справляюсь. Нужно их больше нанимать. Как раз два человека будет в ночную смену. Один будет у нас делать мороженое, а второй будет у нас заниматься заправкой и уборкой. Так, все, пошли. Пошли смотреть. Так, улучшение. Вот оно, видите? 5 уровень, 2500 тратим. Шикарно. Все, ребят, мы по максимуму все улучшили с вами. Давай смотреть. Ага, давай смотреть, что здесь происходит. Так, у нас здесь стены, стены. Нормально, нормально. Нужно будет... Угу, нужно здесь будет точно с вами улучшить. Только... Не могу понять, почему здесь не получилось. Так, а давайте мы закроем с вами на минутку нашу заправку, да? Так, я должен признать, прогресс, который ты добился, не может не вызывать восхищения. Нет ничего постыдного в том, чтобы называть тебя не просто семьей, а деловым партнером. Но все же ты должен мне немного денег, не так ли? Расслабься, как только у тебя будут деньги, просто позвони мне. На этот раз без спешки. Хорошо, мы тебе позвоним. Давай только нажмем вот так и посмотрим. Нужно будет изменить здесь. Так, кирпичное здание. Где наш кирпич? Вот это вот оно, да, по-моему? Да, с обеих сторон нужно будет полностью пройтись. Полностью пройтись нужно будет и улучшить по максимуму. Вроде денег у нас с вами хватает. Так, единственное, напрягает, что я не могу сразу это все делать на всех стенах. Так. Хорошо. И нужно будет внутри стенку сделать такую же самую. Вот это вот. Можем мы, да? Да, можем. Так, давай сюда. Давай вот так вот. И эти две остались. Так, погоди, погоди, погоди. И последнее. Все, вроде бы мы справились. Вроде бы мы справились, да. По идее, больше мы лучше здесь ничего с вами не будем. Да, это максимальное. Идемте открываться. И идемте, идемте, идемте нанимать наших новых сотрудников. Не знаю по поводу долга. Когда вы соберете все деньги, позвоните дяде, чтобы рассчитаться. 5000, да? Не, подожди, дядь. Еще пока месяц рано увастенько. Так, улучшение. Что мы здесь можем? Склад 4, мастерская. Нет, мне нужны сотрудники, фургоны. Вот, купить. Есть.
И давай еще одно есть. Шикарно. Еще можем нанять. Бля, ну нанимай туда по максимуму. Что могу сказать? А еще могу нанять ля, ребят. То есть мы сейчас с вами... А ну? Все, потратились полностью, да? 1000 осталось. Хорошо, теперь что мы делаем? Заходим в услуги. Нет, не туда. Сотрудники. Так, в ночную смену. Так, нанять. Нанять пирата, нанять тебя. Расписание. Здесь у нас в день. Так, ремонтировать автомобили, заправлять автомобили, работать кассиром, убираться на заправке. Есть, в ночную смену. Работать кассиром, убираться на заправке. Дальше давай заправлять автомобили. Ремонтировать автомобили. Правильно? В ночь. Вот. Кассиром на заправке, управлять автомобилем. Чего-то заправлять автомобили, ремонтировать автомобили. Есть. И здесь еще у нас есть функции. Не то. Где-то тут мороженое должно быть. По идее. Да, вроде бы где-то мы должны были с вами. Инструменты. Аэрограф, вакуум, 10 000. Так, функции, декорации. Взаимодействовать. Не, где-то... А где мороженое? А кто у нас мороженое будет делать? Сейчас, ребят, 2 секундочки, погодите. Так, обновление, парковка, парковка. Вернуться назад. Что? Сейчас зайдем на почту. Почитаем. Но 5 косарей мы потом отдадим. Улучшение. Где тут? Вот, по-моему, здесь, да? Время пришло. Киоск с мороженым, да, за 900. Отлично. Вот. Мы с вами поставили киоск с мороженым. Где он у нас здесь находится? По-моему, вот тут. Нет, погоди. Где он у нас находится? Вот, киоск с мороженым. Погоди. Он у нас включен? Или нет? Так, управление. Киоск с мороженым. Только я так и не понял. Ну ладно, давай тогда мы в сотрудниках назначим у тебя основная работа. Сделать мороженое. Убираться на заправке. Убираться на заправке. Вот, все, шикарно. 8 утра. Сейчас посмотрим. Только не могу понять, это выключено либо включено. Вот это я не могу понять только. Где у нас мороженое? Кто мне скажет? Где у нас человек, который отвечает на замороженное? И что означает этот рычаг? Блин, ну хоть бы подсказку какую-то дали. Так, ну ты у нас кассир, это я понял. Давай смотреть, в ночную смену сотрудники. Так, автомобиль, заправка, правильно, есть. Потом кассиром убираться на заправке, есть. Это в дневную, в ночную смену работать кассиром, есть. Убираться на заправке, есть. Заправлять автомобиль, ремонтировать автомобиль. Сделать мороженое, убираться на заправке. А ты уже делаешь мороженка, да? Или нет? Убирается. Погоди, 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 погоди. Сейчас, ребят. Заправлять.
Так, кассиром на заправке. Заправлять автомобили, ремонтировать автомобили. Ну да, вроде бы все. А где наша мороженка? Так, ну ты заправляешь, хорошо. Может, нужен просто стенд сюда с мороженым поставить? У нас же есть стенд с мороженым, либо нету. Ну да, вот есть. Давай его, наверное, не знаю куда. Куда мы стенд с мороженым поставим? Давай вот сюда поставим. Есть. А теперь нужно смотреть, будет ли заполнять его мороженым. Будет ли она работать, я просто не могу понять. Вот этот вот рычаг. Что мы делаем? Включен, выключен. Непонятно, непонятно, покамись. Так, у нас 25 литров топлива осталось, да? Хорошо, давай доставку топлива. Давай вот так. А ты кто? Ты кто у нас? Говорится, ты кто и почему ты не делаешь мороженое? Сделать мороженое. Так, автоматические зарплаты, автоматические зарплаты. Ну да, Севилья должна делать мороженое. Она просто убирается. А ну если мы сейчас опустим эту штуку вниз. А, вот оно что. Это дискошар здесь, а ну. Выключить? Не работает, да? Да, включаем дискошар, ребят. Все, шикарно. А ты делаешь нам мороженое вообще, либо не делаешь? Или что тебе нужно для этого? Что тебе нужно для этого? Так, функции, стеллажи. Мороженое. Оно у меня есть, я поставил. Декорации, предметы. Так. Ну это просто декорации, ребят. Она просто стоит. Она не хочет, да, мороженку делать? Так, информация. Сделать мороженое. Ну, почему ты не делаешь? М? Почему ты стоишь, тупишь? Почему ты не делаешь нам мороженку? Это что с тобой не так? Зачем я тебя нанимал? Хорошо разместить все. Потом мы с вами закупим, конечно, это все. Но пока я думаю, нам, в принципе, этого должно хватить. Так, дай сюда. Значит, я что-то упускаю с вами, да? Так, инструменты, функции, улучшения. Иди сюда. Так, время пришло. А, стенд с мороженым, да? Тележка с мороженым, 4 нового вкуса, маленький рожок. Ладно, 1200. Идем смотреть. О, где он? Вот ты где. А, то есть она должна будет сюда, да, бегать и делать мороженое, правильно я понимаю? То есть, если сюда человек подойдет, она должна, по идее, будет делать мороженку. Насколько я понял. А давайте подождем. Давайте посмотрим. По идее, должен кто-то же подойти, правильно? Либо не должен. Или я вообще ничего не понимаю. Так, мадам, а ты не хочешь делать мороженку, не? У тебя нет такого желания. Ладно, будем разбираться.
Будем с вами разбираться. Сейчас мы только помоем с вами машинку. Деньги понадобятся, как раз и на зарплаты пойдет. Жалко, на мойку нельзя никого назначить. Было бы неплохо. По 150 бочинских за раз, это вообще шикарно. Что я могу сказать, это вообще идеальный бизнес. Автомойка. Да, я вообще красавчик, я знаю. Во-во-во-во-во-во-во, она на мороженом стоит. Иди сюда. Да, ты мороженку делаешь. Ну молодец, умничка, что могу сказать. Занимайся. Занимайся, занимайся. 500 бакчинских. Так. Возьмите пневмомолоток, да? А зачем мне пневмомолоток? Ага, чтобы взять, это я могу кассу перенести. То есть кассу можно перенести, да? Станция открыта, хорошо. Давайте закроем. О, ты мороженку делаешь? Молодец. Умничка. Приятного аппетита, бородач. Давайте он ее... Пусть получит мороженку. Have a nice day, да, 6 баксов мы заработали. Шикарно. Все, побежали. Попробуем кассу перенести. Так, F, чтобы взять. Давай, наверное, перенесем кассу мы с вами. Вот сюда, да? Все, тут же удобнее будет стоять. Вот с этой стороны. Правильно понимаю, либо не? Или отсюда мы не сможем выйти... Ну да, отсюда мы не сможем выйти, а если сюда? Есть же свободное место, есть, а ну. Как вам смотрится? Либо вообще впритык его поставить. Давай попробуем вообще впритык его как-то вот сюда вот так поставить. Чтобы могли они заходить чисто вот сюда и вот так вот. А здесь будет еще какой-то стеллаж, я думаю. Все, шикарно. С этим мы справились. Время открывать. Не знаю, нужно ли нам мороженку продавать ночью. Как думаете? Я думаю, в принципе, оно нам ночью не надо будет, да? Все, ребятки, можете работать. Так, сотрудники. Зарплата есть, все есть. Нанять можем кого-то? Угу, 6 минут осталось для того, чтобы кого-то еще нанять. Ну, нам пока оно и не надо. Так, улучшение. Давай смотреть, что у нас тут ждет. Склад, автомойка. Что на автомойке здесь? Измельчитель будет какой-то. Замена свечей зажигания. Угу, понял. А с мороженки? Так, вечеринка. Место для вечеринок. Для новых торговых автоматов, для вечеринок. Достаточно средств для покупки. Прикольно. Стенд мороженое, два новых вкуса. Средний рожок для мороженого, новые декорации. Декорации, декорации. Так, взаимодействие, давай посмотрим. Баскетбольное поле нам не надо, это тоже не надо. Ля, колесо обозрения за 15 тысяч можем поставить с вами. Блин, а где мне столько денежек взять бы? Хочу колесо обозрения. Так, на территории. Что у нас тут нового? За 550. Не, пока тратить ничего не будем, наверное, да, с вами? Нужно будет накопить денежку. Хочу поставить себе колесо обозрения сюда. За 240. Ну давай купим. Давай. Все, хорошо. Что могу сказать, шикарно. Идем. Помоем тачку. И нужно будет просто сейчас скопить денежки, зарабатывать.
дальше для улучшения нашей с вами заправки заниматься уже, когда мы здесь все полностью с вами прокачаем, я буду заниматься уже аэропортом. Потому что на данный момент бегать туда-сюда, в принципе, как-то у меня нету желания. Не хочу здесь упускать ничего. Так, закрыть, закрыть, закрыть. Хорошо. Так, давай. Моем, 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 моем. Все чистенько, все хорошо. Все, 150 баксов есть, отлично. Так, ты куда-то побежал. Дай посмотреть по поводу сотрудника. Денежку, да, все нормально. Ну, значит, может, мне здесь и не нужен этот аппарат с мороженым, как думаете? Раз у нас там делают мороженку люди. Может, просто сюда стендов побольше накупить. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Давай. Так, отмена, погоди. Давай повесим что-то красивое сюда. Давай вот так плакат сделаем тебе. Потом картинку красивую такую вот повесим. Все. А это можно, я думаю, и продать. Так, не знаю, нужен ли ему такая тут лампа. Нужна тебе лампа здесь? Или не нужна? Давай, наверное, тихо, не лагай, пожалуйста. Вот тут поставим, да, лампу? Да, будет отлично. Это продать. Куда мы можем ее повесить? Ну, давай сюда повесим. И продаем. Продать. И продать. Так, идемте выйдем. Так, дискошар нам нужен. Давай, наверное, дискошар пока выключим, да? Чтоб по глазам нам не давало. Так, ну все. Денег у нас-то нету с вами. Нужно будет... Я же говорю, нужно будет дождаться потом, когда мы заработаем с вами, отдать долг дяде. Что, не могу взаимодействовать? Сколько у нас топлива? 400 литров почти. Да, нужно будет отдать долг дяде. 5 косарей насобирать. Мороженка будет с утра, мужчины. Наверное, надо будет все-таки на мороженку и ночью, да? Вас поставить. Вот. Но там вроде через 6 минут только мы можем кого-то нанять. Если я не ошибаюсь, сотрудники. Нанять. О, через минутку. Отлично, наймем и посмотрим. Так, что у нас по ночам? Работать кассиром, убираться на заправке. Это есть. Заправлять автомобили, ремонтировать автомобили. Хорошо. Сейчас будет нужно в ночную сделать мороженое и, наверное, убираться на заправке пусть будет. Ну, чтобы у нас чистенько здесь все было, чтобы мы не переживали, правильно? Так, сотрудники, давай. Блин, а нельзя как-то ускорить этот процесс? Слушай, ты, может, не будешь ставить? Может, ты будешь делать вид, что ты работаешь? За что мы тебе денежку платим? Так, сейчас, мужчины, одну секундочку. Сейчас мы все... Все с вами сделаем. Как говорится, 6 баксов. Есть 6 баксов, да? За мороженку. Так, давай почистим. Я же говорю, жалко, на мойку нельзя никого назначить. Вот это вот уже печалька. Просто чтобы я сюда не бегал постоянно, не мыл эту тачку. А кого там назначить, и было вообще шикарно. Я подправился потом бы развивать наш аэропорт. Ну да, с сотрудниками игра как-то веселее пошла. Мы теперь можем вообще даже и не париться. Так, вроде минутка должна пройти, так что давай нанимаем сотрудника. Нанять. Давай ты будешь у меня на мороженом стоять, расписание.
В день, в ночь ты будешь делать у меня основную работу — мороженка. Так, ремонтировать, ты будешь сделать мороженое, все вторичное, ты будешь просто убираться на заправке у меня. Все, приступай. Все, ты же пошел же, надеюсь. Сейчас, молодые люди, все будет. Сейчас все будет, не переживайте. Так, ждем. Во-во-во, бежит, да. Сейчас как раз посмотрим, как он будет работать и делать мороженку. Мистер Усан. Тем более в пустыне, я думаю, мороженка зайдет хорошо людям. Так, у нас уже косарик с вами есть. Нужно будет закупку сделать. Посмотреть, что у нас там в автомастерской. Наверное, нужно будет накупить сначала стендов. Нужно, наверное, будет стендов накупить. Закупить продукции обычной. Сделать все красиво, чтобы у нас здесь прибыль хорошо шла. Потому что, в принципе, что-то пустоватенько, да, у нас тут? Стеллажи. Давай продадим. Давай посмотрим, что мы можем купить. Стеллажи. Четвертый уровень. Шапки, плюшевые мишки. Хорошо, игрушки. Доставка. Доставка мороженого. Так, клубничное. А, нужно будет еще заказывать мороженку, да? Шоколадное. Хорошо, давай закажем. Закажем. Ванильная. Так, что у нас? Давай по 4 штуки. Блин, нужно будет еще следить за этим, за мороженком. Так, заказать, хорошо. Так, детали не то. Магазин, напитки, плюшевые игрушки. 40 баксов. Давай тогда функции стеллажи. У нас есть напитки, закуски, алкоголь, мороженое. Так, давай, наверное... Ну, я думаю, надо все покупать, да? Давай плюшевые игрушки купим за 89. Давай купим с игрушками и доставку закажем игрушек. Так, закажем игрушки. Заказать, отлично. Теперь дождемся за... Да, это такие... Доставку. Блин, единственное, что плохо, это то, что чем больше я развиваюсь в этой игре, тем больше она лагает. Ну, то есть, поначалу игра нормально была, а это сейчас вообще что-то начинает подтупливать. Это меня реально убивает. Так что, возможно, наверное, это будет, в принципе, думаю, последняя серия по поводу этой игры. Не знаю, честно, я всю пью прошел бы, но вы сами видите, не хочет. Так что придется, наверное, что-то другое искать. Ну, возможно, когда-то, если мы с вами обновим ПК... помощнее сделаем, то вернемся к этой игре. Не знаю, наверное, пока миссию удалять ее не буду. А может и буду, посмотрим, как оно выйдет. Ну, вы же сами видите, оно реально подлагивает. Я уже и минималки ставил, уже все, что только не делал. Так что, кто, как говорится, пришел на канал ради этой игры, то, ребят, сори. Это будет, наверное, реально финальная серия пока миссия на данный момент. А потом уже посмотрим. Пусть, конечно, она будет на компьютере, я ее удалять не буду пока здесь. В дальнейшем, может, пройдем ее еще раз. А может, и заново пройдем. Тем более, мы уже знаем, что тут делать правильно. Я думаю, за пару часов можно будет ее полностью пройти до этого момента, где мы остановились. Так, давай, выезжай. Закрывай.
Все отлично. Мы с вами заказали мороженку. Мы с вами заказали мишек. Так, давай мы стенд с вами поставим. Тихо-тихо, не лагай, пожалуйста. Во-во-во, видишь, про что я говорю, что... Чем больше устанавливаем, тем больше лагает. Так что да, давай разместить. Божечки, как красиво-то, ты что? Так, идем, сходим к мороженку. Так. Действие в данный момент недоступно. А что у меня? Я же заказал вроде мороженка. Вот мороженка, да? Или мороженку мне так и не привезли? Где моя мороженка? Или мы заказали? Я так и не понял, если честно. Мы же вроде заказывали мороженку. Или нет? Или она сразу отправляется к ней? Так, у нас шапочка из фольги с вами есть. Это за счастье. Декорации, товары. Ну, значит, если у нас здесь его нету, по идее, она сразу отправилась ей туда. Ну, там, где она ее продает. Боже, как же ты лагаешь. Так, разместить все. Так, не то, не туда, не туда. Так, все, ребят, я с радостью, наверное, продолжил бы эту игру играть, реально. Но вы сами видите, моя система не вытягивает этого. Так что все, всем спасибо за просмотр. Я думаю, жарю, на этом мы будем заканчивать. Ну, в принципе, тот, кто захочет поиграть в игру и скачать себе, то я всем советую развивать ее потихонечку, не спеша, зарабатывать денежку и ставить где-то здесь колесо образения и заниматься дальше аэропортом. Но у меня как бы все. Так что, в принципе, будет вот такая коротенькая серия. Я жарю, если улучшим когда-то оборудование ПК, реально захочу ее пройти заново, я думаю. Где-то с этого момента начать. А пока есть, как говорится, так как оно есть. Так что все, всем пока-пока. И до потом, ребят, пойду поищу какую-то новую игрулю.